какой бы это взять бы стейк? Жителя, ты тут ищешь так? Ладно. Так, ладно, ну можно, конечно, это. Ладно, я ничего не хочу, потому что у нас есть, наверное, еда, просто я уже не хочу. Где Матвей, интересно? Где Матвей? Так, а, кто там уже кинул? Подожди, я что-то слышу, там что, бомжи уже тусят. Матвей, ты нафига в мусорку залез? А, блин, дебил. Ай! Ты ударился в крышку. Зачем ты в мусорку залез? Ай, да. Вот, минута. Так что ты можешь с тараканом приужился. А зачем в мусорку лезть? Идем поговорим. Говори, зачем в мусорку полез? Слушай, там тараканчики были такие миленькие. Тараканчики миленькие, обязательно садиться тогда в мусорку? Да. Тяжелый случай. Ладно, идем. Я ничего не купил, потому что ничего не было, и у нас еда и так была. А с чем мы тогда ходили? Это что за таблички? А, точно. Стоп. Таблички, стоп. А, может, вот из-за этой ямы? Ладно. Из-за ямы? Ребята, что будем строить? Вот это что там? А вы что обсуждаете? Нам сказали, мэр сказал, что нам нужно здесь строить. Что в смысле строить? Обновлять этот участок. Так, подожди. Тебе надо с мэром поговорить, Матвей. Потому что нам до ничего такого не говорили. Так, а это что? А, внимание, стройка будет. Что за... Подожди, стоп, это... Внимание, стройка будет. Вот почему магазин мало людей. Может, потому что они испугались туда? Или, может быть, потому что здесь все тусят? Ладно, давай у мэра спросим. Вот эту яму тоже надо заделать. Кто тут можно упасть? Если вот. Вот там вот видел жители, вот тут вот. О! Здравствуйте, здравствуйте, жители. Здравствуйте, здравствуйте, мэр. Алло, мэр. Мэр. А, да, здравствуйте. Привет, Кирби и Фулкейс. Мы здесь обсуждали, сюда собрание. Короче, мы общаемся за то, что до обновления деревни. Смысле обновления. А, типа участка? О, дом Васька уже. Можно наш тоже обновить? Извини, заводов не хватает, мы обновляем там, где в стороне магазина. Магазин уже мало людей ходит. Ну блин, у нас там ямы есть некоторые. Вот один раз у нас были ямы. Прошлый март прикинь, он даже ничего не хочет делать, он просто меня достал тогда. Понятно. Вот так вот, это, слушай, чуть исходить. А когда мы обновим наш участок, там все участки нужно обновлять. Как-нибудь попозже. Так, кстати, а почему так мало людей на собрании? 3, 4, 5 получается. Вот это что там? Да вот я вот такой смотрю, а здесь же много участков. Это все нам надо обновить. У нас в деревьях это много участков. Большая. Идем, ты что, куда ушел с собрания? Ты понимаешь, нельзя, ты так не уважаешь мэра. Это мэр, а почему так мало людей? Не знаю, куда-то еще ушли. Всего 3, 4, 5 человек реально. Это очень мало, да, Матвей? Угу. А, мэр, так что можно нам сделать? Помогите найти еще этих людей, они пошли в сторону магазина. Так, магазин, Матвей, идем в сторону магазина. Потому что там должны быть челики. Ой, что это? Может, лесенку потом надо сказать, что вы сделали? Да. А то потому что так это плохо, если тут не будет лесенки. У нас, мне кажется, такая деревня вообще сломанная. Деревня довольно сломанная. А, кстати, идите на собрание. Вы что тут стоите? Так это работники, им не надо. Угу. Так, ладно, но здесь тут тоже точно надо заделать. Ну, короче, у нас ремонта много в деревне нужно. Так, ладно, Матвей, смотри в мою сторону, куда я смотрю, ничего не замечаешь? Тут как будто какие-то блоки стоят. Ну, идем, подожди, а вот тут вот замечаешь что-нибудь? О, подожди, там что-то белое. Там жители гуляют. Жители реально гуляют? Что там? Быстрее давай. О, какая водичка сегодня хорошая. Так, жители, а что здесь происходит? Алло, жители? Так, жители, давайте взорвем кнопку YouTube. В смысле, жители, вы что, совсем? Вы и так начинают блокировать, вы чего? Нельзя! А
мы ненавидим видео. Переходите в Инстаграм, Телеграм. Не ходите. Вот, например, Фейсбук, я не знаю. Ну не ходите вы в этот Ютуб. Его заблокируют и заблокируют. Приходите в Рутюб лучше. Нет, Матвей, мы не забудем Ютуб. Мы будем с ЦПНом снимать для подписчиков. Что тут маленький житель? Да, ты что, тоже за них? Да, да. Не-не-не-не. Матвей, ты не за них? Нет. Вы убираете-то. Ты не за них же, надеюсь? Да. Быстро убирайте, мы против вас. А мы против вас. Да блин, ну вот ютубчик наш-то маленький, мы тебя будем защищать. Никакой. Я уже сломал. Я, конечно, понимаю, чтобы связь была с нами. Да, я создал это. Я зарегистрировался уже в Инстаграме. Ну зачем? Зачем ютуб трогать-то? Оставьте его. Нет. Хорошо, давайте взятку, вот, знаете, сейчас я вам деньги, так. Все, вот вам деньги, так, все? Да, ладно, не будем его трогать. Все. А вы забираете вот этот вот свой тинти. Да, мы ломаем, тинти, ломай. Ломаем, все, больше вы ничего не делаете. Тинти мы себе подберем, все, мы зайдем. Ну, вы посмотрите, какие жители захотели это. И чем мы вообще ресурсы потратили на какие-то TNT? Реально. Что за звуки вообще были? Так, сейчас с факелом. Я факел специально взял, чтобы мне не было страшно выходить в квартире. Так. Кто там? Матвей, это я, привет. Потому что сейчас это Матвей, это же будет, потому что ты не слышал ничего такого, что взрыв какой-то был. Взрыв? Да. Ничего не слышал, да это, наверное, салют ночью запускали. Подожди, выгляни в окно, ничего там нету. Сказалось, как будто там что-то. Нет, там ничего нет. Жители вроде спят. Ну подожди, тут. Так. Давай новости сейчас посмотрим быстро. Иди сюда. Сейчас давай новости сейчас посмотрим быстренько. Так, сейчас я сажусь. Да, я тоже все это принял. Конечно, извини, что я тебя разбудил, но просто реально что-то было. Так, включаем. Так, давай YouTube сейчас включим. Матвей. Недоступно в вашей стране. Подожди, стой. У нас там стоял всегда памятник YouTube, потому что с этим он работал. Что-то с ним случилось? Подожди. Бежим быстрее туда. Туда быстро. Ходим. Так, здесь съема, что с квартирой. Быстрее, Матвей, быстрее бежим к памятнику Ютубу. Что с ним? Жители спокойно так. Пофиг на дверь. Да пофиг реально на дверь, да пофиг. Потому что там всего лишь подъезд. Бежим быстрее туда. Жители, ничего, нормально, все, спите, мы просто в магазин бежим. Это до сих пор стоят. Так, сейчас главное не упасть. Там свет! Вот это свет. Там свет. А ты меня уже... Да! Что? Что с Ютубом? Стой, подожди. Нет. Там жители бегают. Жители, вы что сделали? Нет. Что вы сделали? Мы взорвали этот Ютуб. Ура! Почему? Нет. За что? Они полностью взорвали. Так, давай починим. Как мы его сможем починить? Ну да. Если только из земли его делать, я не знаю. Да валяется пару блоков, может быть, как-то достроим. Нет. Мы же не сможем его. Жители, блин! Я вам отомщу. Ну, точнее, мы, наверное. Ладно, вот идем. Ты же понимаешь, мы ведь при YouTube вообще полностью заблокировали. В нашей стране из-за этих жителей. Ненавижу их, а ты? Боже. Ненавижу этих реально жителей. Уродские жители. Ну ладно, ребята, мы 100% отомстим уже на утро. Эти жители уже достали. Так, ладно. Теперь по всем каналам. Блин, точно, каналам. Я же забыл, что уже время, чтобы подрывать их дом. Матвей! А? Матвей! Ты забыл, что сейчас время уже подрывать их домик. Угу. Так, у тебя есть слушай, керамик? Уже вечер. Это не вечер, это утро. А утро? Угу.
У тебя есть динамит? Да, их же есть. Тинти. Это сколько? Их есть. Сколько? Три. Три? Ну, пойдет. Идем. Только не высовывай. Это, если мы сейчас динамит ставим, у нас оштрафуют на 900 алмазов. Жаль, нас правил здесь нет. Ну ладно. Просто же некоторые жители не знают, что динамит за... Кстати, должны оштрафовать, потому что динамит стоит 900 алмазов штраф. Так что их должны оштрафовать на 900 алмазов. Так, ладно, идем. Но эти жители вообще реально обалдели. Так, тихо, не уходи, такого тут яма. Не уходи, не уходи мне. Вон их дом, смотри, их трамвай там стоит. Тихо-тихо, за дерево, чтобы они не увидели. Смотри, это их там трамвай стоит. Что, знаешь что? По всем телеканалам говорится то, что заблокировали YouTube. Да, из-за жителей. Так, это что, они ручей построили? Смотри, оп. Блин, а знаешь, смотри. Грядки хотел построить. Оп, блин, я как-то сделал, что перешел, типа даже просто бежал, бежал и прошел через грядку. Я так умею. О, реально. Ладно, идем дальше. Мне это, мне кажется, хотели грядку взять. Потом спрячься быстрее. Тихо, не высовывайся. Так, вот. Так, фух, что за... У них нет так на... Что с ним... Давай, знаешь как? Ставь тинжи. Так, ну ты давай вокруг дома ставь их. О, под дверь такой не ставь, они сразу выбежат. Вот, давай. Так, смотри. И беги, очень далеко беги. А Матвей! Они взорвались, прикинь. Ну, TNT второй, два не взорвались. Так. Ну, давай. Окончательно. Бежим! Все. Три кровати выпали. О, последняя кровать. Давай сломаем. Давай сломаем. Пусть горит ясно. Чтобы не погасло. Ну, YouTube, я думаю, можно еще вернуть? Ну все равно они обалдели. Стоп, подожди, мы убили только что жителей. Ну я думаю, пофиг, они этого заслужили. Ну и у меня кровать есть. Ой. Ой, я даже не знал, что там есть портал у нас. Да, у нас есть там портал. Смотри, лут можно собрать здесь. Угу. Какой ты интересный житель построил. Такой маленький. Что за, у них там армия какая-то реально. У них прям, я заметил, что у них там кровать и сундук один. Все, больше их не кинули. Вот давай, стой, стой, отойди. Вот смотри, отойди, я сейчас вот кину все предметы, которые у них были в доме. Ну, типа того, еще земля. Это весь их дом, смотри. Я сейчас скину весь их дом. И он что, помещается? Вот их дом. А это подойдет для улучшения. Е! Ты не забрал здесь? Я не забрал. То есть их, все. Сгорели. А, мне последний класс. Я думал, что это можно использовать как... Все, я из всех их дом сгорел в этом огне. Всё. Так можно же это было для улучшений на деревне. Ну, вот, вот это вот можешь подожить последний. Улучшение дерева? Сверху. Это сверху? Угу. Всё, это их дом остался от него? Всё, что осталось, пусть лучше. И не надо нам улучшений, мы сами все без этого. Так, ладно. Ладно, друзья, на этом мы будем заканчивать, что случилось сегодня. Сегодня какие-то челики поджарили, так скажем, YouTube бомбами всякими, динамитами. И YouTube заблокировали. Но мы его вернем, вот не расстраивайтесь, вот. Вот, мы им отомстили. Вот, сегодня кто с нами был? Матвей. И я кидаю. Всем удачи, всем. Пока-пока. Пока-пока, ребята. Вы забыли сжечь последние доски. Ну ладно, пофиг. Всем пока-пока.